Простой мужик не из Москвы собрал бескапотный ЗИЛ. Бескапотный. Мужик тещу не стал спрашивать, когда замутил такое дело. Дело всей его жизни. Постройки ЗИЛа без капота. Дело началось в южных садах России. Там очень необходим такой компактный ЗИЛ для улучшения обзорности из кабины. И чтобы можно было больше яблок перевозить. За основу была взята колхида КАЗ с крыльями от ЗИЛ-131. Они такие угловатые. Теще машина в принципе понравилась, а жена мужика вообще прыгала на нем от счастья. Круглые фары спереди как бы намекают нам на зиловскую разработку 50-х годов 20 века с кабиной над двигателем. А зиловская разработка как бы недвусмысленно намекает нам на американские разработки 40-х-50-х годов прошлого столетия. На фото видно, что морда кабины взята от УАЗ модели «Буханка». Кстати, сразу за кабиной пустое пространство. Что там установлено, пишите свои мнения в комментариях. А вы знаете, ребята, я ошибся. Морда взята не от «Буханки», а от белорусского старого грузовика. А вот от какого? Пишите в комментариях. Кто первый угадает, тому пришлю 100 рублей. Слава русским самодельщикам! Всем пока, удачи! С вами был канал Саша Петров.